Привет всем! У нас сегодня... Сегодня мусороносый Лего! Ух ты, какой! Ну, случилось с металлоискателем каким-то. Такой необычный контейнер. Смотрите, какой! Ага, смотрите, какой контейнер. А из него торчит рыба и какой-то магнит. Да. Интересно, что внутри. Да. А смотрите с обратной стороны. Смотрите! Уборочная машина, поливалка! А тут еще, смотрите, автовышка. А вон поливалка синяя, да? Да. А вот у нас мусоровоз и уборочная машина. Это вообще... Крутой конструктор. Крутой конструктор. Ну не просто конструктор, а Лего крутой. Ну что, открываем? Давайте откроем, посмотрим, что там. Да. Егор, доставай, что там у нас. Сейчас. Застрял. Коробку вот оставляем. Да. Что у нас тут? Один пакет, да? Да, ножницы. Смотрите, сколько много деталей. Да. Тут шапки всякие там. Диски. И есть инструкция. Это самое главное. Значит, справимся. Да. Ну что, я за ножницы? О, контейнер там есть, я вижу. Вот мы раскрыли, и оказалось два пакета. Да. Инструкция. Инструкция. И даже так. Есть наклейки. Так, полуэтапа поиска. Давай открывай инструкцию, посмотрим. О, тут большая инструкция. Так, найди первый этап. Так, единичка. Вот. Вот первый. Ну, мы будем собирать, а потом покажем, что получилось. Да. Ребята, всем пока. Я руку надел зато на перевод. Вот мы собрали колеса, контейнер, смотрите. Смотрите, какой классный. Раму. Колеса и собираем чела сейчас. Задом наперед одел. Да. Жаитик. Много деталей. О, тут их 100, представляете? Тут 100 деталей. Смотрите. Повторите. Мы собрали мусорщика. Да. Который вот он, вот этого. Да? Да. А там на компьютере у папы было нарисовано, что у него лица нет. Оказывается, у него лицо есть. Вот у него лицо какое. Ну ладно, мы дальше собираем. Вот мы собрали раму. Ну, это вообще сложный этап был. А Егор сейчас поставит колеса. Я думаю, куда они попали. Ну что, и так. Да, отлично. Рама готова. Подъедь сюда. Быстренькие колеса. Так, вот какую мы станцию сделали. Вот руль тут крутится. Руль поставили. Да. И собрали. Фары. Фары в заднее сделали. Такс. И, короче, вон так. И вот эту верхнюю штуку поставили, панельку. Собираем дальше. Да. Ребята, всем пока. Егор, было мои двери. Не жесткие, чем в троллейбусе. Кстати, смотрите видео про троллейбус. Там очень смешно. Это пока сюда должен. А двери сейчас поставим. Да, вот так. Смотрите, какие мы уже этапы сделали. Это кабина. Круто, да? Это ребята. Кабина. А смотрите, как тут делается. Хоп,
То будет кузов подниматься. Да. Сейчас мы будем ставить тут вот впереди фары. Да, вы это можете увидеть прямо сейчас. Вот мы поставили фары, и еще требуется наклеечка. Да. Сейчас ее Егор как раз таки и клеит. И букву М сюда вот надо, смотри. Да, посередине. Макдональдс, что ли? Мусоровоз, который ездит по Макдональдсам. Да, красота. Да. А теперь самый сложный этап. Это делаем кузов. После многих трудов вот получился у нас вот такой мусоровоз. Вот он. Получается, вот эта робот-рука у него есть, называется манипулятор, который не совсем понятно, как работает. Вот так вот, по идее, он закидывает. А вот зачем вот эта штука, мы так и не догадались. Да. Ну, ладно. Как есть, так есть. Если вам понравился мусоровоз, ставьте лайк. И будет еще много интересных обзоров. Да, а мы сейчас пойдем будем играть с этим мусоровозом и разбираться, как работает вот эта вот странная штука. Да. Он такой получился неплохой, миниатюрный, не очень большой. Мне нравится полету. Сейчас попробуем, как он в игре. Всем пока! Всем пока!